Всем привет! С вами Лишина, вы попали на мой канал, и сегодня я снимаю очередное интересное видео, в котором я поделюсь своими советами, лайфхаками для того, чтобы вы смогли привести себя в форму и, может быть, даже приблизиться к своему идеалу. Ну что, поехали! Первый пункт, и, наверное, самый главный, который точно откладывать не нужно, это правильное питание. Поэтому я советую вам отправиться после просмотра этого видео в магазин и закупиться полезными продуктами. Например, овощами, фруктами, ягодами, орехами, семенами. Ведь когда у вас в холодильнике много пирожных, шоколадок, сладостей, вам уже ничего не поможет. Это я по себе знаю. Так что ни в коем случае не откладывайте этот пункт. Я советую вам есть больше фруктов и овощей, так как именно они богаты витаминами и минеральными веществами. Пейте зеленый чай. Ведь именно он выводит из организма все токсины. Выпивайте 1 стакан воды утром. Эта привычка позитивно влияет на нервную систему. Пейте воду за 20 минут до пищи. Забудьте о газировках и сладости. Я сама являюсь сладкоежкой и просто не могу жить без сладкого. Поэтому на днях я нашла выход для себя. Я начала покупать печенье, шоколадки, конфеты без сахара. На самом деле некоторые печенья намного вкуснее обычных. Обязательно попробуйте, я думаю, вам понравится. Ешьте, когда сильно голодны. Это поможет вам не перекусывать, например, от скуки, ну или просто так. Ну и последний, наверное, самый главный пункт, это все-таки тренировки. Я советую делать вакуум утром, а вечером качать пресс. Ну вот и все, мои советы, лайфхаки закончились. Не забывайте писать комментарии на идеи следующего видео. Ну а мне пора с вами прощаться, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, всех люблю. Пока-пока!